359 работ и всего 60 победителей. У телеканала «Самара ГИС» призовые места сразу в нескольких номинациях. Текст «Инструкция. Нам нужна твоя одежда» занял первое место как лучшая публикация в интернет-СМИ. Авторы материала предложили читателям сдавать свою одежду в городские пункты приема в экологических или благотворительных целях. Я благодарна нашему коллективу, потому что без них бы этой победы просто бы не было. Спасибо большое девочкам, с которыми мы писали это в соавторстве, Гале Костогрызовой, Кате Маршалёв. Ну, без них ничего бы реально не было, ничего не состоялось. Почетное призовое место в номинации «Лучший сюжет в электронных СМИ» у редактора телеканала «Самара ГИС» Ольги Павловой. Репортаж был сделан в защиту домашних животных в период новогодних праздников. По статистике, более 3000 питомцев пропадают в России в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков. Огромное спасибо членам жюри за высокую оценку нашего труда. Почему я говорю нашего? Потому что труд этот коллективный. Ну и, конечно же, благодарность телеканалу «Самара ГИС», на платформе которого у нас есть возможность сделать такие замечательные, достойные и качественные проекты. Еще одно призовое место досталось ведущему телеканала «Самара ГИС» Виталию Рылееву. Программа о брошенных животных «Хочу домой» появилась на телеканале сравнительно недавно, но уже завоевала сердца горожан. Автор программы совместно с сотрудниками приютов для животных ежедневно пристраивает в добрые руки собак и кошек, которые остались без хозяина. Кроме того, в конкурсе юных журналистов «Юнкор» призовые места заняли подопечные телеведущей «Самара ГИС» Инессы Панченко, объединенная телестудия детских домов Самарской области «Моёж ТВ». Ребята заняли первое и второе места в номинации «Лучший социальный сюжет в электронных СМИ» с сюжетами «Иволга. Обитель милосердия» и «Зоодозор». Среди победителей и Арина Бахарева. Она представила на суд жюри видеоролик о жизни незрячих людей и неоценимой роли собак-поводырей в плане социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Придумали мы с моей командой ТВ-творчество. Было очень весело. Снимали, конечно, на морозе, что было очень неудобно, но все же мы справились с этой задачей. Телеканал «Самара ГИС» рассказывает обо всем, что происходит в городе. Эксклюзивные фото, видеорепортажи и авторские программы. Ежедневно в эфире Первого городского телеканала все главные новости Самары. Экономика, политика, ЖКХ, медицина, культура, спорт. Наряду с федеральными каналами нас вещают 16 кабельных операторов региона. Авторы передач и самые подробные дайджесты в телеграм-канале, который перешагнул отметку в 1400 подписчиков. Ежемесячно наши публикации читают более 86 тысяч человек. Андрей Горгуленко, Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.